Итак, приветствую вас на последней части этого тотализатора и послушаем, что нам сейчас хочет сказать Роберт Левис. Невероятно! На прошлом выпуске случилось для меня так практически чудо! Мы избавились от этого аппендикса нашей группировки Локи, это во-первых. Во-вторых, я даже не рассчитывал, что легитимным станет тот матч за претендентство на мировой титул. Так я его еще и выиграл. Офигеть! Вот честно, мне самому до сих пор не верится в то, что я попаду в мейн-ивенты. Это же классно! Не знаю, смогу ли я выиграть этот титул, но то, чего я уже достиг, это круто. Но кое-что омрачило мою радость победе, это грязный поступок Кикфоста. Уж от кого, а от того, кто выебывается, насколько он крутой и сильный, таких крысятнических поступков, я думаю, не ждал никто из вас. Опа-на! И Кикфост не заставляет себя долго ждать. После предъявки таких вот в его сторону. Может быть, кто-то, кому-то это и залезть будет, что он крыса, но не Кикфосту, не Кикфосту. Он привык бить ебальники. Ну, ударил два раза палочкой, чего страшного. Вот он выходит. А, ты посмотри, вот он! Чемпион мира в тяжелом весе. Главный чемпион тотализатора. Кикфост. Что-то там дистурбит, начинает так гавкать. А Кикфост тем временем уже взял микрофон. И посмотрим, что он нам ответит. Роберт, ты пойми, то, что я совершил на прошлом выпуске, это была неземная лесть для тебя, так как подобным образом я поступаю только с теми соперниками, от кого чую угрозу. А ты, прозебальщик лоукарда, которому кроме интернет-титула ничего не светило, и тут тебе такая честь выпадает. Знаешь, пожалуй, я откажусь от таких почестей, которые выглядят как удары палкой. Кикфос, это было очень грязно и низко. Ты же знаешь, что я честный, нормальный парень, зачем ты так со мной? Честно, я очень хочу подраться с тобой прямо сейчас. И за титул. Но понимаю, что это невозможно, ибо твоя королевская жопа защищает чемпионство только на ППВ. Ну, может, сделаешь мне какое-нибудь одолжение? Вот, сразу видно по твоим этим словам, что ты не только в рестлинге новичок, но еще и полный профан в бизнесе. Наш матч один на один, даже за титул без него на кону, это денежное событие. И устраивать его на простом тотализаторе, это глупо, это плохо для бизнеса. Но я могу дать тебе командный матч с моим участием. Командный матч? Что ж, для меня это неплохо. У меня целая группировка стоит за моей спиной и готова меня прикрыть. Я могу попросить любого из них помочь мне. А вот ты, сможешь ли ты найти кого-нибудь, кто выйдет на твою сторону? Без всякого соблазна попретендовать на твой титул и напасть на тебя со спины. Роберт, не забывай, что я не только мировой чемпион в тяжелом весе. Я еще очень авторитетная личность в рестлинг-кругах. У меня своя федерация, и любой рестлер с огромной радостью будут, они даже драться будут, ты понимаешь, за кулисами за право помочь мне. Так что не волнуйся, маленький Роберт. Драться за тебя? Не знаю, драться за чухана, который ведет себя ничем не лучше того же Джона Ментоза, но при этом выебывается, что он самый крутой, самый сильный, самый неоспоримый и вообще самый честный чувак в этой индустрии. Нет, Кикфост. Сомневаюсь, что к тебе очередь выстроится. А вот эти слова были довольно-таки, мне кажется, обидные. Да, Кикфост подтверждает мою теорию своим вот этим клоузлайном. Ух ты, начинается потасочка, ну пацаны, ну дождитесь официального матча сегодня, который будет, кстати, мейн-ивентом уже тотализатора. Зачем сейчас устраивать вот эти ненужные разборки? Вот апперкот схватил Кикфост и... Так, размен. Опа, реверсы на реверсах, вы посмотрите. Оп. Так. Кикфост. Павели, Роберта, Павели, бум! Давай еще что-нибудь покажи. Бодай в углу, как мне нравится, когда здоровые парни в углу бодаются. Ну-ка.
Запуск в угол. Разбег. Ох ты, нихуя себе, вот это сальтушник Роберт. И тут же попался на F5 от Кик Фосту, но нет. Ни хрена себе. А пацаны даже не в рестлерской форме, в простой потасовке такое показывают. Представляю, что они покажут в тактим матче сегодня вечером, а тем более на ППВ. Это будет жестко, жестко. Все, разойдитесь, блять. Thank you.
Итак, пацаны, звучит гонг, и вот, командный матч. Фига себе, я не ожидал, что Кикфосту будет помогать сам Дерек. Офигеть, сам чемпион России, это то есть мировой чемпион и чемпион России против группировки Dark Mercenaries, вы серьезно? Ну, Adidas бывший командный чемпион, Роберт Левис бывший интернет-чемпион, несколькократный. Ой, сразу ловит финишер Кикфоста, Роберт, жестко-жестко. Ну не, мне кажется, тут однозначно должна побеждать команда Кикфоста, потому что, ну блять, мировой русский чемпион, это ж охуеть. Конечно, Роберт Левис сильный чувак, и возможно, если бы у него был бой один на один с кем-то из них, я бы еще подумал. Но когда у него в напарниках Adidas, хоть он и в натуре бывший мировой чемп, но все же, тащит Adidas Роберта Левиса, переходное удержание. И раз, два, что-то Adidas как-то не спешил помогать своему напарнику по группировке. Еще один финишер, господи, Кикфост, ты же его сейчас убьешь. О, нет, Роберт все-таки очухался. Ой, получил по щам и опять начал летать по рингу. Ох, как Кикфост, как гарпун насквозь. О, а вот это то, что мы уже видели в их потасовке. Когда Роберт Левис напиздил лишнего Кикфосту прямо в лицо. Роберт пытается уползти, но нет, Кикфост своей огромной пяткой спугивает его с пути к спасению. Оп, оп. И это все, мог бы еще дернуть парочку раз его ногу. Так, тащим. Душит, но нет. Так, ну если, блядь, претендент на мировой титул сдастся чемпиону по-болевому, даже не упустив своего командного партнера. Смотрите, Роберт еще выебаться успевает, вот засранец, а. Слишком как-то рано ты начал себя так вальяжно вести с Кикфостом. Опа, ну Роберт, ну куда, что ты делаешь? Вот прямо вот перед носом опасности выебывается. За это может отхватить, и мне кажется, еще отхватит за такие выходки. Ой, ну и горешь-то за что, мрази? Ух ты, как запинует он Кикфоста. Опа, Adidas вышел на смену. Как больно. Опять Роберт, давай. Вот такие звуки сдает Кикфост, и финальный выстрел, дуплет в еблет. Все, у Кикфоста пропитая печень стала еще более деформированной. Так, а вот Дерек тут как тут из... Дерек настолько огромный, что вырубил ненароком из судью еще. Так, а кто у нас вышел? Adidas. Ну, Adidas-то покрупнее Роберта будет. Роберт, конечно, по технике сильный, но надо признать, Adidas машину, вы на него посмотрите. Посмотрим, как этот здоровячок с Кикфостом сладит, а? И как он с ними слаживает. Причем что, Adidas, легенда федерации Кикфоста, MFW, которая закрылась уже давным-давно. Но тот факт, что он был главой федерации и довел до звания легенды Adidas, а теперь каково ему, представьте, драться со своим воспитанником. Да и сейчас Adidas у него нехилые статусы занимает и ранги в EHW2. Я уж думал, неужели Adidas сейчас удержит Кикфоста? Но нет, конечно. Нет, конечно. Ух ты. Adidas решил зашвырять подножьями скалы. Блять, второй подряд подножье скалы реверсит Кикфост. И другим способом, все разным. И финишер. Бам, Adidas попался тоже. Все, Кикфост всем раздал по ебалам. Да, по ебалам. А Дерек так и не поучаствовал в матче. Так. Раз. Два. Если команда Кикфоста победит, с учетом того, что сам Кикфост так и не передал ни разу так, то для Роберта, мне кажется, это будут печальные новости. Еще один финишер. Если Кикфост раздает, блядь, как пулемет, нахуй. Бум-бум-бум по еблам, блядь, с ноги. Так, чё? Кикфост, грязное удержание, что ли? На своей собственной легенде? А, нет, смотрите, чистая. Ну да, молодец. Два. И все равно этого мало. И вот он. Вот эта машина, которая соперников не убивает, не пиздит, а просто жрет. Глотает, не жуя, и сразу же F5 свой фирменный бум. С переходом удержания. Хули тут тянуть. Раз. Два. Охуеть, Adidas еще жив. А он крепче, чем я думал, блядь. Но. Ля, какие парни, что показывают. Опа. Ать. Ну-ка. Ух ты, как по щам зарядил.
И болевой, болевой, болевой. Ох, если бы канаты не оказались так близко, мне кажется, Дидас бы сдался бы тут 100%. Ну-ка. Опа, сейчас еще в свой уголочек. Ооо. Вот в ответку за Кик Фостер. Сюда бы наложить звуки урона из Майнкрафта. Из бетки там. Как там Стив, блядь, это орал. Ну-ка, давай-ка я попробую изобразить их. И, опять же, дуплетом в еблету. Заряжает Кик Фост. Что, неужели все? Переводное удержание. Роберт даже не думает вылезать. А нет, вылезает, но уже поздно. Ну и все равно там его поджидал Дерек. Нормальный бой, нормальный. Жаль, что только Дерек себя не особо показал. Зато Роберт с Дидасом каждый сполна отхватил. От Кик просто поебальнику. Ну, конечно, Дерек чисто провел, блядь, чисто выполнил одну функцию, Дерек. Это провести командный финишер ОМГ с Кик Фостом и один свой F5. Ну, хотя F5 от Дерека, это, блядь, ну, честно говоря, это жестко. А, еще болевой. Тоже финишный. Что-то там, блядь, не могу разобрать ебаные, блядь, тексты. Дистурбитер, вот смотрите, два портачных качка, один двухметровый еще в маске. И оба чемпионы, вот это я понимаю, блядь. Элита рестлинга, вот таких бы рестлеров везде. Да, мне кажется, двое этих парней могут в одиночку развести половину ростера по ребрика. Ну ладно, на этом наш тотализатор подходит к концу. Just a blast, just a smoothing really fast. Better stay on top of life, I'll kick you in the ass.